Сегодня 2 декабря, у нас праздник Ханука, и так как у нас урок проходит утром, поэтому я вам только напомню. Мицва зажигать в Ханукие, которая сделана из серебра, и с маслом, которое масло шемензай, с оливкового масла. Но сегодня я хочу зажечь свечу Ханукия, это очень знаменитая, так сказать, это мне досталось в подарок от нашей всех Гали Коробочкиной. И сегодня я хочу зажечь эту ханукию Ля-Лю Нишмат Галина Бат Лея. Значит, сначала я хочу рассказать, как. Это шамаш, мы ставим его сюда. Меркас. Да. Так как у нас сегодня 4-я свеча, мы зажигали вчера вечером, сегодня мы без благословения зажгем свечи. Значит, мы сначала ставим справа первую свечу, зажигаем в первую свечу справа. На второй день мы зажигаем вторая, первая. На третий день мы зажигаем сначала третью, потом четвертую. Сегодня, вчера мы зажгли 4-ю свечу, значит, мы ее ставим сюда. И от этой свечи, шамаш, мы зажигаем все остальные. Можно, так, можно вопрос? Да. А вот главная свеча, она должна вот в таком положении свеча быть? Нет, вот или главная свеча. Или можно перевернуть? Нет, шамаш. Шамаш, он может быть с этой стороны. С этой стороны, неважно с какой перевернуть стороны. Перевернуть нельзя? Почему? На 180 градусов. Поверни. Можно. Но если я поверну вот так, да, тогда я поставлю сюда свечи. Я не хочу, чтобы ты переворачивал. Да. Можно так, да? Да, можно как хотите. Понятно. Это просто я так, это самое. Я просто хотела показать, что шамаш, не важно, с какой стороны он ставится. Шамаш, и я только хотела еще уточнить. А начинается слева, да? Скажи, нет, что это первая свеча справа. Зажигаем справа налево. То есть я должна стоять так. Да, сначала мы зажигаем шамаш. Сейчас я зажигаю без благословения. Ты с той стороны встань. Потом мы зажигаем свечу, которая главная, вот 4-я. Сегодня мы зажигаем без благословения. А Валь, эта свеча будет посвящена. Эти свечи все мы зажгли. Сейчас я палец обожгешь, осторожно. Значит, хотела только уточнить. В первый день Хануки мы произносим 3 благословения. Последующие все дни мы говорим 2 благословения. И хотела напомнить, что праздник Ханука у нас длится 8 дней. Какие-то вопросы можете... Акшав Бейврит. Акшав Акуль Бейврит. Айо анахну идлакну меро таэлю лялю лишмат галина бат лея. Бегляши Бадерих Кляй, Матай Анахну Мадликим Нерот Ханукия Има Браха, Зе Анахну Црихим Айну Лядлик Этмоль Баэров, В Има Шемен Зайт. Пашут Акшафани Барусит, Кцат Избарти, Камата Алихшек Ане Рушон, Анахну Мадликим Мицат Ямин, В Ля Йом Ахарей, Анахну Мадликим Мисмоль Ямин, Ше Асмалит, Ие Ютер Хашува, Анер мя ямин. Шекодым ямин, ахарках мисмоль ямин. Этмоли длакну нер рвии, зеомер ше у ахи хашуфко. Вакшавка ме рвии, шлиши, шини вэришон. То в ханука самех, акшав анахну кцат ухли, шетим тей, Хак самех. Хак самех. Меот хашув ля шевит коль эрев ля длик нер маше матим ля йом шило ве ласот кама брахот ве ля шевит альят нерот шлушим дакот ве левакеш ве левакеш ше ие лану арбе нисим бахак урот шилану ве коль эйшот туда раба. Зараба. Софа. Аминь. Зео. Аминь, говорит, да? Аминь. Да. Зео. Амин. После благословения надо сказать. Зараба. Тикабду.
На. А вас бы надо тоже заснять. Я там еще снимается все. А. Ну вот. Кто-то хочет что-то сказать? Кто-то хочет, какие-то вопросы у кого-то есть? Это мой нехет лалехет бе сафта бе. Аллахля сафта. Асахта сафта бе сабо. Роце, роце, роце. Ханукия. Ханукия. Сафта. Натна. Натна. Ефе. А еще же денежки детям дают, да? Это уже получили. Но это считается не заповедь. Заповедь главное зажжение свечей. А то, что мы даем им маленькие подарочки, маленькие шоколадные конфетки, как денежки, это считается просто как мина, как обычай. Главное зажигать свечи. И очень важно, говорят, чтобы сидеть 30 минут. Хорошо. Ну все, тикабду, ханука самеах.